Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас на обзоре будет КАМАЗ-43-114 Дмитрия Романенко для версии 25-12-15S. Это у нас последняя версия игры Спинтайрес. КАМАЗ данный работает в мультиплеере. Заходим в сетевая игра. Убираем галочки. Опаньки. Нет, все. Создаем комнату. Так, поставим побережье. Опять же, сворачиваем игру. Берем данный КАМАЗ. Извлекаем архив. Это скачанный. Ссылочка будет в группе Драйвер 51 ВКонтакте. 51 Рус. Распаковываем архив. Заходим в папку с игрой. Игра лицензия. Папочка медиа. Копируем распакованный архив, вставляем в папку медиа. Вот так это, вот она папочка, это находится у меня. Возвращаемся в игру. О, тут даже народ прилип. И вот данный автомобиль у нас в выборе грузовиков есть уже. Выбираем его и нажимаем начать игру. Ребята, конечно, присоединились, но КАМАЗа у них не будет. Так, вот данный КАМАЗ у нас. Ребята все поют на зелах. Дела. Вот если бы они сделали те же самые манипуляции, когда зашли в сетевую игру и вставили бы в папочку данный КАМАЗ, то они бы все бы появились тут на КАМАЗе. Так, давайте заведем его сразу. Мужичок у нас сидит, как видите. Габаритные лампочки стоят в головных фарах. Габариты, видите? Так как вот габаритные фонари отсутствуют, габариты я прописал в фары. Ну вот это с включением света. То есть вид у нас есть из кабины. Вот он. Дмитрий Романенко заработал здесь. Кабине все прикольно, обалденно. Даже есть там руководство по использованию, наверное, по ремонту автомобиля КАМАЗ. Ладно. Пум-пурум. Такая вот текстурка, я натянул на нее. Номерочек поставил мурманский. И поехали по аддонам. Значит, есть у нас техпомощь. Долго подгружается. Вот такой вариант. Уже видите, тут подсветка есть. Сзади борта. Везет оно 200 литров. 600 ремонтных очков и 2 очка гаража. То есть можно прицепить прицеп еще с 2 очками гаража и открыть гараж. Так, ставим помощь 2. Вот.
Так, у нее получается 800 литров и 1200 ремонтных очков без гаража. Видит она у нас вот так. С цистерной, ремонтными частями. Багажник 400 ремонта. Фары, бампер. Фары, кабина. Бумаги завоза. Прицеп лесовоза у нас есть. Так, ремонтные части мы убираем. Что тут еще? Ну, полностью весь дефолт стоит. Запаска у нас тут стоит. Стандартная Ураловка там у нас. Порос крана. Да, крана вот она. Ставит. Передний выход. Все тут у нас полностью идет. Бортовая платформа. Лесовоза с двумя распусками. Короткими длинными. Автономка с краном. Топливная. Маячки. Гаражные части, сцепка, ремонтные части, все распуски, полуприцеп, бортовой прицеп, все есть. Давайте поставим ее на автономку. По колесам теперь пробежимся. Шоссе, но это дефолтные прописаны от КамАЗа. Такой вариант шоссейных. Кразовский тоже дефолт. Урал. 4320. Это 4320-10. Если они у вас стоят в мастерской дефолтные, то будут работать. ДП. ИП. Тут маленькая лидерских стул. Но в принципе там все решено. По идее, внедорожные. Татровские. И низкого давления. Да. Поедем на этих колесах, наверное. Так, все, в принципе, да. Так, еще опору с краном пусть висит. Руля нет, анимация карданов присутствует здесь. Стоп, настройки. Нормально. То есть видите, парни играют. Конечно, не на КамАЗе, на делах катаются. В мультиплеере действительно была машинка у них вставлена, как мы вставляли папочку медиа, ребята бы катались, конечно, на команде. Хорошо, аддоны подобные вроде в принципе нормально. Может и есть небольшие косички, но ребята, извините, как смог, так настроил. В принципе, доработочка мне и многим людям нравится, поэтому лучше, чем дефолт. Так, надо как-то забраться, чтобы загрузиться.
прицепом, кстати, есть маленький нюансик. Так, грузишь прицеп, надо, чтобы задняя часть прицепа, вот самого прицепа, стояла чуть-чуть повыше переда. Иначе проблемы с погрузкой бревен будут. Автономно все тоже, как бы, краном можно это все загрузить. Еще ручная погрузка тут. Вот теперь все нормально. Прицеп лесовую, короткие бревна. Эти чуть-чуть надо как-то поранить. Что ты делаешь? Надо умудриться его еще поставить. Жестко надо пустить. Оп, есть, поймали. Все, загрузили, КамАЗ. Загрузили. Все отлично. Теперь бы еще с этим прицепом отсюда выбраться, было бы еще. Поэтому вообще прицепом крыт как трактор. Эти пиндосы тут мешают, по-моему. Вот, надо выбраться отсюда. Так, вот, отсюда. Наверное. В туалет. Короче, выехали. Ну, по крайней мере, чтобы с прицепом тут не мучиться, не крутиться. Нормально. Ну, смотри, парни так и висят, без проблем вообще играют. То есть у них мод не загружен в данный автомобиль. Прицепился этим, походу, прицепом. Делают палы. Как вышло. Прикорчевывает. Давай, давай, дружок. Вылезай. Вот и все. Как-то так. Можем прицеп, дровами, все как положено. Можно попробовать сейчас, в принципе, разгрузить, не знаю, что будет. Что-то будет, наверное. Сбросить груз. Парам. Есть. Как его остановить? А, вон там уже проблема какая-то возникла. Пишет тут стрелочку, какой-то раз положить свой грузовик правильно. Что-то опять неправильно. Надо 8 минут пододвинуть. Сейчас, ребята, мы его загрузим. Куда он? Никуда не денется. Есть небольшой косячок, сейчас. Не всегда же при загрузке все должно быть хорошо. Сейчас мы его сюда загоним с дровами. Подставим жопу повыше. Выровняем переднюю ось. И все будет тип-топ. Наверное. Хочется верить. Еще вперед. Еще. Все как у маслинца. Так что все сразу хорошо, такого не бывает. Оп. Блин, вот теперь вот еще надо как-то подправить.
парам. Все, парни, видите, не все так плохо в этой жизни. Главное — мастерство. Все, стопы, задний ход, все присутствует, все работает. Мазик полностью рабочий. Все. Выглядит он с этими парами обалденно. Так что вот так вот, ребята, подписывайтесь, наверное, в группу, на канал. Скачивайте данный мод для последней версии игры 2512S. Мод работает в мультиплеере, видите, без всяких проблем. Главное, правильно его запихнуть туда. И наслаждайтесь игрой, все будет прикольно. Видите, даже точку кто-то открывает. Небольшой скрин. Забабасаем сейчас. Подвернем, чтобы сюда. О. Раз. И все отлично. Все, всем спасибо. Ставьте лайки. Главное, подписывайтесь на канал, а то проблема с партнеркой никак невозможно подключить. Помогайте, кто чем может. Все, счастливо, удачи, всем пока.